Всем привет! Это Алена. Сейчас я собираюсь по делам и хочу показать вам свой сегодняшний образ. На мне сегодня будут синие скини джинсы узкие, бело-бежевый такой очень светлый топ из хлопка с декоративной деталью по горловине. Здесь нашиты камушки и жемчужные бусины небольшие. Сверху будет кардиган с коротким рукавом до локтя. Он из такого трикотажа, мягкого с вискозой, скажем так, такой жемчужный отлив имеет, небольшие кармашки по бокам. Этот кардиган я перевязала ремешком кожаным из такой плетеной кожи, в косичку заплетем, я подойду и покажу вам поближе. И в руках из сумок я выбрала бежевый клатч. На мой взгляд, он замечательно сюда подходит. По обуви туфли телесного цвета на высоком каблуке и с открытым носочком. Значит, по украшениям и деталям вот так вот выглядит ремешок. Такой вот он телесно-бежевый, из плетеной кожи в косичку заплетен. И вот такие вот сережки с золотом и синим камушком. На мой взгляд, они отлично подходят, потому что золото как бы гармонирует с верхней одеждой, верхней частью, а камушек с джинсами. Вот так я сегодня буду выглядеть. Большое спасибо вам за внимание и за просмотр. Всего вам самого хорошего, хорошего настроения. Всем пока!